Всем привет! С последнего видео прошло довольно много времени, практически ничего не происходило. Мы успели съездить в Китай. Об этом будет отдельный ролик, если кому интересно, посмотрите. Несколько недель назад мне написали ребята сообщества Wrong Cars Owners и предложили сделать статью обо мне и Леоне. Вот, и это, в принципе, первая статья, которая выйдет о автомобиле, о моем увлечении. Поэтому, естественно, я согласился и был очень этому рад. А для того, чтобы статья вышла, надо было сделать новые фотографии. Поэтому мы отправляемся на фотосет. Кепычем, по традиции, мы всегда с Лёхой делаем самые сочные, крутые кадры. На момент просмотра этого видео статья уже вышла. Я оставлю ссылку в описании. Поэтому переходите, читайте. Я рассказал там очень много интересных вещей. В целом о развитии проекта. О том, как мы путешествовали в Сочи, в Питер, в Москву. О стенд движении в Екатеринбурге и многих других вещах. Но по подготовке к сезону я начал искать себе диски, уже на протяжении 2 месяцев подбирая варианты. Хочу в этом году взять себе с полками, потому что ни разу у меня таких не стояло на Леоне. В течение марта я уже точно определюсь и закажу себе новые диски. Помимо этого, я буду делать, ребята, то, что вы меня давно очень-очень просили. Это самый крутой вообще полноценный стайлинг моей машине на этот сезон. Я наконец-то поменяю лобовое стекло. За зимний период я еще умудрился стукнуть сзади диффузор. Наехал на столбик просто на парковке. Это полный бред, но тем не менее бывает и такое. Теперь мне придется полностью менять диффузор, переделать его. Он у меня был кастомно доработанный, то есть там были добавлены клыки сзади, нарощены, и кронштейны педра, кстати говоря, тоже уже поотваливались за время зимы, потому что у них вот этих ушек сбоку скапливалась снежная масса, которая, когда я не успевал ее убрать, просто забывал, например, застывала и оттягивала их вниз, и, естественно, они как бы отходили с креплений. Возможно, понадобится сделать ребилд пневмоподвески, потому что за зиму передние стойки начали стучать, и сзади где-то пропуск. Ну и по планам, в целом, в этом году у нас снова поездка на граунды, несмотря на то, что я уже на самом деле в этом году не ехать и попробовать это другие фестивали, но опять посмотрел ролик с LKM с того года, и у меня прямо все. Вот сразу после этого я забронировал номера на мотель. Посмотрел, кстати говоря, уже там много чего занято, поэтому пришлось брать в этот раз другой хостел. Первый год мы были в приюте Панды, во второй год мы были в Роза Виллаж. Роза Виллаж понравилась намного больше. Она была и чуть ближе, и как-то более по-современней, поаккуратнее сам по себе хостел. В этот раз мы взяли какой-то Аюс Дизайн Хотел, что-то такое, там 3 буквы. И у него достаточно хорошая цена, поэтому остановились на этом варианте. Вот такой вот отельчик мы выбрали. Очень милые номера. Непроизносимое название. 1 по 5 августа, может быть, даже продлим его немножко, посмотрим. И стоимость достаточно адекватна. Всего лишь 5280 за 2-местный номер, то есть за 2 человека на 4 ночи. Пока что еще номера там есть, так что успевайте, кто собирается. Приняли решение в этом году отправить его на автовозе. Знаем, какие есть варианты, собираем народ. Кто хочется попробовать что-то другое, прилететь туда на самолете, спокойно разгрузить автомобиль, покататься там полными сил по серпантинам, по Сочи. И в том числе, чтобы машина приехала в нормальном человеческом состоянии. Если кто из Екатеринбурга собирается туда, пишите мне, потому что я сейчас собираю народ, и надо понимать, сколько автомобилей вообще реально может поехать на автовозе. Так что пишите ВКонтакте, в Инстаграме, где вам удобнее. Я желаю приятного просмотра, это не очень большая серия, но тем не менее, дальше у нас будет подготовка к новому сезону, я думаю, ждет еще много всего интересного, так что не переключайтесь, до скорого! Сегодня 15 февраля, и мы собрались на фотосет с Кепычем и с Максом. Сейчас на моечке, ждем, пока машины помоются. Приехали мы. Сейчас будем искать место, где сниматься. С Лехой Кепычем. Вот, тестируем такую локацию. Ну вот, смотри. То есть вот где-то вот так вот, если поставить, да? Да. Вот.
Охуе. Какое у нас тут красивое место. Сюда бы тачку загнать. Вот это у нас озеро. Ну, в принципе, рядом с городом. Так что на природе. Сейчас сделаем фотки. Там он разместился в Изи. Вот, а моя машина стоит немножко в другом месте. Но мы еще переедем в другую локацию. Тут получается только один кадр. Там люди пытаются узнать, что за машина. Не могут понять, что за тачка. Что, как они там вообще? Как она оказалась, села сверху? Интересуются. Машина перечики. Заехали мы, в общем, уже под шлагбаум. Двигаемся по дорожке какой-то узкой, которая обычно закрыта для проезда. Но там была охрана, нам разрешила проехать ради предприятий. Сейчас офигенное солнце закатное, и тут поляна с вот этими штуками. В общем, по-моему, кайф. Сейчас решил снять лаунч старт. Эпичный свой. Давай. Ну такое. Clap the some sound boy. I want me sipping on the place, them can't talk. Me turn evil, come me have a dog. Shot in your blood, laugh off, make you can't walk. You see the gun, me a roll with tall off. My war never stall or call off. Shotgun easy, we carry them son off. Me a serious man, so me not laugh. Me a skin teeth, no boy, you got dead when they team beat. Man get choppy, not one like me. Me chop them up fine, fine. Babylon can't charge me for my crime. Because the gun in the arm, them can't find. You get shot in the head from the carbine. And you were dead like your brethren last time. Must you remember the last time? Вот, иду забирать автомобиль из Евроглаз. Там уже мне поменяли лобовое стекло. Машину помыли. Она такая там на солнышке блестит. Так вот, наконец-то, спустя 3 года у меня идеалити. В общем, наконец-то теперь никто не будет жаловаться. И когда я буду снимать, как мы едем, все будет выглядеть очень даже хорошо. Кайф. Ребята, на самом деле, с Sublime приехали поддержать то, что я стекло поменял. Посмотреть. Видите, стекло поменял человек. Самый лучший мой тюнинг в этом году. Все, что ты не делал, не так сильно повлияло на тюнинг. Ну тогда. Еще смотри, сразу сверху напыление есть. Модное. Как делают на Nexia, кстати, там подобное. Так что кому вообще кайф. В сочетании с тонировкой половинки сама, да? Ну да. Надо еще вот тут так, половинку такую сделать.
что сцены сейчас будут местами меняться. Пацаны поменялись местами. У нас сейчас Женя к нам идет в гости, а Макс поехал пока по своим делам. Вот, заценили мое новое лобовое стекло. Все очень счастливы, как и я. Я прям вообще в восторге. Такого мощного тюнинга у меня еще никогда не было. В общем, чувствуется, что уже начинаются сезонные движения. Скоро будем тусить, нормально встречаться. Весна пришла. Тусовочки. Клубная Аня. Дафт-панк. Почему зеркало не на месте? Потому что я решил тоже покрасить черный цвет, как и потолок, и все детали. Я сам красил лично. Так что оставалось только последние элементы, как раз мы когда меняли стекло, его сняли, так что будет в тело. Смотрим, вот вышла статья. У нас тут замечательные комментарии. Фотографии, кстати говоря, кому интересно, пишите мне, я могу скинуть в оригинальном разрешении, может поставить на рабочий стол. Такие вот интересные у нас были комменты. Больше всего мне понравился вот этот комментарий. Красава! Но, тем не менее, я на самом деле не поддерживаю весь этот интернет-срач. Нету смысла даже заступаться или еще что-то делать. Просто это достаточно забавно. Всегда находятся люди, которым что-то не нравится, которые даже не особо в теме, ничего не прочитали, не знают никакой истории о автомобиле, но высказывают свое мнение. В статье действительно очень много текста. Я достаточно развернуто отвечал на вопросы и успел рассказать о многих вещах, которые накопились у меня внутри. Много путешествий, о летних периодах, всяких тусовках, так что кому интересно, переходите по ссылочке в описании.